Приветствую, друзья! Я буду проводить вебинар с новыми приемами, и там как раз-таки объявление об этом на 22 число на 20 часов. Это выверенное объявление, которое по рекомендациям многих участников нашей школы, потому что наши участники и в Москве находятся, и в Петербурге, и в Ессентуках, в Багдаде, и в Анапе, и в Штатах, ну где хотите. Ну, мы согласовывали, и вот сказали, ну что делать, единое время. Ну, кому-то хочется, чтобы это было утром, если он во Владивостоке, а кому-то хочется все-таки, чтобы это было ближе к вечеру, когда это Москва. Я в Москве нахожусь, ну что делать? Запись получит тот, кто оплатил вебинар. А вебинар стоит 1000 рублей. Это очень доступно. Я вычисляю всегда, чтобы каждый мог приобрести. Потому что такие уникальные приемы, которых раньше в мире не было, это, конечно, цена, как говорится, цена и результат оправданный. Для каждого человека, у которого денег нет, он может потом этим приемом пользоваться всю жизнь. Экономить на этом свои деньги, на многие другие мероприятия, продукты и так далее. Потому что эти приемы помогают снять стресс, лучше соображать в сложных условиях неопределенности. Я вам хочу сказать очень интересную вещь из самонаблюдений. Вот, например, вот эта картина моя маслом, она давно написанная, видите, называется она «Сколько же можно бриться?». Вот он бреется, она стучит ему в дверь и говорит, ну сколько же можно бриться? А почему я написал эту картину? Ну, посмотрите еще раз, какая хорошая картина. А потому что, когда человек бреется, или когда умывается, или когда купается, у него происходит осмысление жизни, то есть он еще находится после сна в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, в нулевом как бы состоянии, и вот то, что его волновало, то, о чем он раньше думал, вот он когда бреется, в этот момент повторяемые движения, снимая напряжение, помогает ему не зависать, а продолжать думать уже с разных точек зрения. И вода то же самое. Вот вы умываетесь, то прохладная, то горячая, или когда купаетесь, то холодная, то горячая. Это по существу обеспечивает ваши различные уровни напряжения, то есть точки зрения на ту же самую проблему, которая у вас в голове вертится, и вы ее рассматриваете с разных сторон. Поэтому я считаю, что умывание, или бритье, или купание – это священнодействие. Там есть и смены точек зрения, и повторяемые действия, как в молитве. Молитву тоже повторяешь, или в мантре повторяешь, а тут же тоже повторяешь. Когда умываешься, тоже меняешь точки зрения. Я это повторяю несколько раз, чтобы вы услышали меня с разных сторон. Да. Ну, огородник наш, конечно, бесподобен. Посмотрите, кто не видел. Ну, все равно находится один или два человека, которые преследуют мой канал, они не знают о том, что мы никогда никого не блокируем. И они все время пишут там какие-то, ну, непонятности, пишут, ну, я специально не блокирую, чтобы вы сами видели, что это бред клинический идиота или это шутки. Ну, вы сразу будете видеть, различать. Я никого никогда не блокирую, это знаете уже 10 лет. Как говорил Петр I, я его совету придерживаюсь. Пусть говорит каждый, чтоб дурь всякого видна была.
Поэтому пишите, пишите, кто хочет писать, потому что вы этим самым поддерживаете рейтинг канала. Да, и этим самым позволяете нашим участникам, благородным, интеллигентным людям, наблюдать процесс, что жизнь в какой-то степени это клиника. Да, в какой-то степени это палата номер 6. В какой-то клинике это, в какой-то степени это детский сад, потому что мы все подростки или дети, из этого возраста никак не выйдем. Поэтому мы все время мужики и между собой там меряются. А женщины все время хвалят вас. А я поменял галстук, вот надел этот галстук, потому что я смотрю в ТикТоке, как там люди ходят, в моде какая там. Ну, смотрю для удовольствия, кто хочет тоже посмотреть. В Лондоне ходят, в Париже ходят, там в Мадагаскаре ходят. Там. Моды все время меняются, поэтому какая разница. Кому нравится, кому не нравится, все равно мода меняется. Но человек должен сам себе подбирать то, что ему кажется гармоничным. А для этого мы и делаем вебинары, чтобы снимать лишний стресс, чтобы не зависать, чтобы лучше соображать. В условиях неопределенности принимать быстрые, верные решения, чтобы развивать у себя изобретательность. Итак, друзья, вы не пропустите объявление, потому что объявление будет завтра, послезавтра, как оплатить эту 1000 рублей за этот драгоценный, уникальный вебинар. Итак, друзья, еще раз повторяю, умывание, купание или выбривание, шутка, это священнодействие. И поэтому не позволяйте, чтобы кто-либо нарушил этот обряд до того момента, пока вы сами себя в целостное состояние не проведете. Потому что если вы начали умываться, или в этот начали бриться, или купаться, и в это время телефонные звонки, или ваш муж, или ваша жена, или ваши дети перебили вам этот процесс священнодействия, создается ломка, создается стресс, и вы так и становитесь каким-то недовосстановленным. Поэтому, девочки, мужчины, помогайте друг другу с пониманием, как относиться к бритью, купанию, умыванию, чтобы не мешать людям друг другу восстанавливать свою целостность. Не ругайтесь с ними. До встречи.